Синички. Морские свинки, мне кажется. Боже, ну были бы все зоопарки похожи бы вот на такие. Даже продвинуться не хочешь, мы прям по нему почти едем. Опасно. Опасно, да. Ну что, всем привет. Не ждали! Нам очень многие писали, сходите обязательно в сафари-парк, в зоопарк. И мы наконец-то собрались и приехали сюда. Смотри, какая красота! Вау! Вот он вход. Милана надеется, что мы нас будут возить на машине, да, Милан? Потому что это сафари. Почему нет? Сейчас пойдем посмотрим, сколько стоят билеты, наверное, вот там их покупают. И пойдем посмотрим, что это вообще за зоопарк здесь такой. Так, билетики я приобрела. Детки у нас стоят 30, а взрослые 89. Это просто выгодно. Сказали, что внутри нас ждет все-таки, а ждет автобус. Мы будем ехать на автобусе 30-40 минут, а потом, если мы захотим, мы можем ходить пешком. Я не знаю, захотим ли мы в такую жару ходить пешком или нет. Ну, в общем, пойдем посмотрим, что здесь за животные и вообще, что нас ждет. Внутри первое, что мы увидели, это первые животные. Морские свинки, привет! А тут? А тут черепаха! Да, там хомячки. Морские свинки, мне кажется. Ну, может быть. Пойдемте внутрь. Ребят, территория здесь просто огромная. Посмотрите. Огроменная. Зоопарк делится на части. Здесь можно одним словом покататься сначала на сафари, можно походить пешком. То есть тут ты сам выбираешь, что ты хочешь. Мы сейчас направляемся туда, где машинки на сафари автобусы катают. Мы хотим попробовать поехать туда, пойти. Вот видите, это большая достаточно территория. Мы вот здесь находимся. Вот, это пешеходная зона. Здесь вот черненьким отмечено, это зона, по которой можно ездить на автобусе. Вот, в общем, надо сюда дойти сейчас, до этой зоны, сесть на автобус, покататься, и потом пойдем уже пешком гулять. Очень красиво, очень ухоженно, чистенько, аккуратненько. Боже, ну были бы все зоопарки похожи бы вот на такие. Да? Да, согласен. Деньги есть. Блин, как меня бесит эти маски везде таскать. Можно я поною немножко на камеру? Она даже здесь, она меня напрягает. Ну что, освежилась? Ага, играть можно. Отойди, ты вся уже намокла. Сейчас намочишься вся. Кстати, нам порекомендовали подписчики посетить этот сафари-парк в Инстаграме, поэтому, друзья, спасибо вам большое. А кто еще не подписался в наш Инстаграм, обязательно let's go туда. Именно там мы отвечаем на ваши вопросы, именно там мы отвечаем на ваши комментарии, поэтому подписывайтесь. Именно там сейчас проходит конкурс на наши видео-приветы. Так что там всегда все самое интересное. Let's go в наш Инстаграм, ребята. Короче, перед тем, как отправиться в путешествие по сафари на полчаса, я беру подкрепление, потому что дети просто не смогут иначе. Наша поездка началась, смотрите, кого мы тут видим, это гипопотамы, обалдеть. Они, правда, в воде. Давайте еще раз, хоп! Давай-давай! Так, автобус мы сели. Сейчас будем ехать. Вся толпа снимает. Смотрите, сколько интересных животных. Ничего себе. Круто, да, Милан? Обезьянки. Here on the right, and there's one with a heavy hair on his body. Our ostriches. Mix is rich. Anyone know which one is a female and male? They have a strong kick. One kick from the zebra can kill a lion. Вот они, а я заскочил туда, вот они спят.
Вот в Африке живет. Мы заехали в следующий вольер, ребята. Лев спит. Что я говорю? Ничего себе! И даже встать не хочет, даже подвинуться не хочет. Мы прямо по нему почти едем. О, ужас! Сейчас скажи, шумите тут, да? Все равно мне на вас. Я на солнышке лежу. До крокодильчиков доехали. Да, Ань, как тебе крокодильчик? Ну ты видел? Видел? Ясный. А вот ребята подъехали ближе к тигру. Вот он лежит. Самый сильный. Это самое сильное животное вообще. Даже сильнее льва. У них, короче говоря, вот эта шерсть, она также отличается, как у людей пальцы. Вот тогда. Вы никогда не встретите одинаковый расцвет тигра. Что он там рычит на тебе, Мила? Опасно, да, львы тут такие. Но они до сюда не допрыгнут, здесь вон, видишь, забор. Им надо доплыть, а вообще сюда встать невозможно. Вы что, с ума сошли, что ли? Пытаются идти ребята сюда, смотрите. Такой думает, как же пройти-то, а? Что тут, что тут, что тут? Вентиляторы с водой, да? Ай, охлаждает, как в такую жару. Ой, хорошо. И Данька там бежит тоже. Ой, хоть охладиться, да? Я чувствую себя человеком. Милан, пойдем в дом змей. Смотри. Дом змей? Да, тут дом змей. Классика. Понимаешь? И где же змеи, ребята? Вот здесь вот она, вот там. А, вон она спит. Там вот за кустом взят. Вот они все спрятались, да? Вот он, конечно. Сюда делают. Где это? А, вот она. Ходим, смотрим. Данюшка ищет змей. О, май гюднес. О, май гад. О, тут ящерица. Ящерица. Другая кожа. А смотри, эта змея в пустыне водится. Вот. Видишь, у нее песок. Это арабская змея. Большая. Эта змея, ребята, водится в Мексике. Я горячий мексиканец. Выходи со мной на танец. Мы туда не собираемся. Это черепашки. Черепашки живут на Мадагаскаре. Она прям лезет. Такое, она хорошенькая. Раз замет. Южная Африка. А нет, Южная Америка. А прикинь, сейчас поменяет цвет. Меняйся или сдохни. Ребята, увидели таких лягушек интересных, черных, больших. Здоровые такие, да. Ты быканул или мне показалось? А чего они так встали? Не знаю. Молятся? Ну ладно, что ты уж такое говоришь. Да. Такое маленькое постранство. Здоровенная такая, да, Милан? Что такой толстый? Посмотрите какой. А он не ядовитый. Да как так-то, а? Три. Необычно оранжевая птица. Чего смотришь? Милана в Дании увидели слонов. Маленький слоник вон там виднеется. Ребят, посмотрите, вон там белые львы. Вон они лежат, да? О, привет! На солнышке греется. Тебе кто больше нравится, лев или тигр? Тигр. Потому что он красивый? Да. Ну а лев это король джунглей, король Африки среди животных. Так, мы теперь идем куда-то на кидс-ферму. Вау, я сразу же вижу маленьких черепашек. Посмотри, сколько их много. Ты
Можно я погладить? Тут кто у нас? Тут просто наши утята. Здорово! Здравствуйте! Кря-кря всем! Какие кря-кря? Ну как какие? Кря-кря! Всем добрый день! Ой, смотрите, это, наверное, маленькие кенгурята или кто это? Почему это уже совсем другая история? Зайки. Нет, это не зайки, мила. Это вот... зайки. А вот это у нас кролики живут. Кушают морковку или что-нибудь там, травку едят. Такие клевые, беленькие. Привет. Привет, маленький. Какой хорошенький. А тут у нас вон поняшки. Далеко что-то от нас они. Ну вот и все, на этом будем прощаться. Нам пришлось уехать из зоопарка, потому что в Милане нужно ходить на учебу, и уже было время к тому, чтобы ехать быстренько к ней заниматься на вокал. А вы ставьте лайки и пишите в комментариях, какие животные вам понравились больше всего.